полностью не выполнили установки тренера. То есть ну, провал во всех элементах. Вот так, то есть. Не знаю. Да, это наш основной конкурент. И мы играли то, что могли, то, что наигрывали. Вторая партия была более-менее хорошая. Ну, своих ошибок наделаем и проигрываем. То есть, кто меньше ошибается, тот выигрывает. Желание всегда есть выиграть, не просто взять одну партию, выиграть, но всегда есть какие-то помехи, получается. Да, принципиальная игра, потому что у нас сейчас кубок с этой командой, с Запорожьем будет четверка, то есть жеребьевка, непонятно, может мы на них попадем. И я думаю, еще нас ждут встречи в дальнейшем чемпионате, в плей-оффах, я думаю, что еще встречи будут, поэтому принципиальная была игра, подошли очень ответственно девочки. То есть мы довольны, разобрали игру, и все получилось, что хотели.